Эй, йоу, всем привет, с вами я, Дизарни, и сегодня я буду вам показывать баг на приложение Аглот. Полетели! Эй, йоу, всем привет, с вами я, Дизарни. Сегодня я вам покажу баг на такое приложение, как Аглот. Многие знают, что это за приложение. Это приложение наподобие Степана. Вот. Довольно популярное приложение стало в наше время для людей, которые хотят легко подзаработать. Вот. Баг заключается в чем? То, что мы сможем по вот этой вот карте, где разбросаны всякие сундуки, мы сможем перемещаться как бы без ходьбы, то есть просто можем собирать сундуки. Вот. Для этого нам понадобится такое приложение GPS Joystick. Скачивается оно вообще либо в App Store, если у вас iPhone, да, либо... Скачивается она в Google Play, как и я, то есть в Play Market. Вот здесь мы можем выбрать любой город, куда мы хотим попасть. Вот, допустим, я выбрал город. Сейчас я куда-то поставлю, допустим, вот сюда вот метку. И нажимаем старт. Вот, здесь у нас реклама. Вот реклама. И после этого у нас появляются вот такие вот кружочки и джойстик. Видите, такой вот. Вот. Теперь нам нужно зайти в Аглот. Вот. Дальше мы появимся как раз таки сейчас. Вот, мы появимся в этом месте, где мы и планировали. Теперь мы в последнем кружочке нажимаем вот это самое последнее, чтобы мы передвигались быстро. Вот. И дальше мы просто нажимаем, точнее, тянем вот этот джойстик, куда мы хотим двигаться. То есть, видите, оп, и мы начинаем двигаться. И все. И так мы можем очень легко собирать сундуки, вот эти вот, или черенькие кроссовки. И так, получается, зарабатывать либо серебро. Обычные аглиты. Либо же просто кроссовки убивать. Сейчас я вам покажу то, что все это работает. Вот, нажимаем Open. Вот, у нас идет, получается, загрузка. Смотрим. Секунду. У меня что-то багануло. Вот, видите, нам попался сундук с кроссовками. Вот, этот сундук, то есть, вот видите, раз... Тут, не знаю, что тут выпадет. Вот такие вот, это Adidas, да? Вот там выпали такие кроссовки Adidas. Все, просто это просто бесплатно. То есть можно так вот бегать, фармить кроссовки и все. То есть это довольно легко и довольно просто. Вот сейчас мы даже посмотрим, сколько эти кроссовки стоят, то есть сколько я заработал. Вот, это третий класс. Я только что заработал 14 тысяч монет. То есть по факту, вот если их продать. Секунду, то вот на обычном рынке минимальная цена 9800, а на золотом минимум 37.96. Вот, допустим, я их сейчас выставлю за эту цену, то есть 37.96. И будем ждать, пока у нас их купят. Все, вот так вот раз. Это мне довольно повезло с такими кроссовками. Но вообще, бывают выпадают какие-то обычные кроссовки, или, допустим, выпадают монеты. Можешь выпасть до 5000 монет, как я знаю. То есть, именно вот этих обычных. Вот у меня 23 тысячи их. То есть, может выпасть 5000. Вот, практически все эти кроссовки мне выпали как раз-таки с этих сундуков. Вот, то есть, просто мы их выставили. И мы ждем, пока нас их купят. Вот, смотрите. Я тут уже несколько продал. Вот. Две штуки я продал. У меня сейчас вот стоят вот столько кроссовок на продаже. Вот. Включая вот эти вот. Поэтому, в принципе, кому понравился этот баг, я еще, может, буду записывать еще баги по поводу этого приложения. Вот. Кому понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки. Мне очень будет приятно. Извините за мое отсутствие. Вот. Сами понимаете, сейчас ситуация не очень хорошая. Вот. Так что... Кому помог, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. И всем до скорых встреч. Всем пока-пока.